На совещании наполняемости бюджета края губернатор Александр Ткачев поставил основные задачи перед муниципалитетами. Доходы бюджетов каждого муниципалитета края должны увеличиться минимум на 10%. В 2014 году собственные доходы в консолидированный бюджет Кубани должны составить не менее 200 миллиардов рублей. 2015 год для нашего края будет еще более напряженным, чем предыдущий. 2013 надо встряхнуться, надо еще раз посмотреть на свои резервы, возможности. И, конечно, понимать, что сегодня у нас уже нет никакой монополии на Черное море. Мы одни из участников именно этого бизнеса. Теперь каждому муниципалитету в крае нужно учиться зарабатывать самостоятельно. Особое внимание социальной сфере, на которую выделяют 70% бюджетных денег. Еще одно направление – активное развитие малого и среднего бизнеса. Предприниматели платят налоги, пополняют бюджет. Хотя не все бизнесмены вовремя погашают долги. В первом квартале 2014 года сумма оплаченных налогов на прибыль меньше, чем за такой же период 2013 года. Еще одна проблема муниципалитетов – кредиторская задолженность. Задача конкретная стоит. Погасить просроченную кредиторскую задолженность до 1 мая, но в течение первого полугодия погасить вообще всю кредиторскую задолженность. Муниципалитеты должны задействовать все возможности. Одна из них – земли лечебно-оздоровительного комплекса. Теперь они не входят в земли, ограниченные в обороте. Их можно продавать, кроме первой береговой линии. Цены на такие участки устанавливают в регионах после всех юридических процедур. Сегодня мы заложили 13,3% рост бюджета при плановых показателях, те, которые нам предложили, 10%. И у меня есть уверенность, что мы справимся. У нас сегодня очень слабо реализуются некоторые из направлений пополнения доходной части, как консолидированного, так и местного бюджета. Конкретно меня не удовлетворяет продажа земельных участков. В непростой геополитической обстановке каждому муниципалитету придется бороться за каждый рубль казны. У Кубани появился конкурент – Крым. Теперь Краснодарский край не единственный курорт Черного моря, а значит, край должен еще больше развиваться.